Солнце чуть склонилось над горизонтом ниже, и мы видим другую перспективу, другое освещение, другой пейзаж. Я благодарен склону под Четырдагом за небольшой, но все же урожай. Вот он, урожай. Мне хватит. Тут очень красиво. Демирджи напротив. Море вдалеке. А мне хватит пить чай осенью и зимой и угощать друзей. Этот чай очень вкусен с медом. Ну, немного вышло, но и что-то вышло, и слава богу. Прекрасно. Сейчас накину рюкзак на спину, начну спуск туда-туда, вниз, к троллейбусной трассе, и поеду в Алушту. Посмотрим, что принесет этот город.